Всем привет, зефирки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждет с вами новая рубрика, которая называется «Дикий ТикТок». Вы знаете, что на просторах ТикТока происходит всякая дичь, и поэтому сегодня решила на это посмотреть. Перед тем, как мы начнем смотреть на эти безумства, давайте же с вами проведем отчет удачи. Все те, кто поставит лайкосики за 3 секунды, вам будет несказанно вести. Считаю. 3, 2, 1... 0. Все те, кто поставили лайки, вы молодцы. Удача отправляется к вам. Ну что ж, мы начинаем. Дикий ТикТок. Погнали. Пау! Так, короче, это магазин. Я реально перестала. Я перепугалась. Вот же свинья какая. Ой, свинотина. Да что ж ты творишь-то? Вот заведи мужика домой, скажи мне, он будет потом на твоем диване пить вот так вот молоко, как свинья. Да зачем оно надо нам? Мы сами так делаем. Там папа на кухне повесился. В смысле повесился? Как? Ну и где? Первый прилет, он в ванной висит. Как можно шутить на такие темы, я не понимаю. Вообще, на самом деле, на такое шутить нельзя, объясню почему. Потому что некоторые слова имеют силу. И ты вот сказал, пап, повесился, а вот он и повесится. Аккуратней со своими выражениями, друзья. Так, что тут у нас, чё? Пацанов? Он в очках реальности, собственно, встает на дощечку. Видимо, у него там в голове какие-то ступеньки виртуальные, он идет и кайфует. У него какая-то жесть. Это было неожиданно. Мой кот в стену так прыгает. Отвечаю, мой кот прыгает так в стену. Он слегка чокнутый. О, нет, нет. Фу, мне сейчас тошнит. Это было отвратно, но я хочу это посмотреть еще раз потом. Вдруг сделай что-нибудь для оценки. Вот же Халк. Выдрал железную эту арматурину. Да почему я иду с тобой всю дорогу, говорю? Фу, а ты зима. Молчишь? Не хочу зиму. Ты что, говна поел? Фу! Ну, как говорится, что приготовил, то и поел, мужик. Бамс! Ого, вот это он! Все хорошо, но жесткости нет. Жесть. Мне кажется, сейчас он так даст этому пацану. Пацана уже страх в глазах, посмотрите. Сейчас! Бам! Ну, это все, был фаталити. Че, завтра пиздём? Ты че делаешь? Че? Уёбарь. Проблемы бедных. Низкие потолки, слабые кровати. Че, смешно? Детей бить не надо, окей? Не при мне. Не понял. Это могу делать только я. Ты че, умная? Я считаю, что он сейчас просто выделился из серой массы, потому что вы видели, какие все стояли вот такие? Меня так раздражает, когда я хожу куда-то, и все вот так строят все серьезно. Хотя, может, они не строят, они такие есть. И люди, которые умеют поржать в такой ситуации, я их просто уважаю, целую вот так. На, сука. Все, мир, дружба, жвачка. Че, он ушел? История о том, что мальчикам же не больно, ты же мальчик, дай тебе дары с ноги, с вертушки. Слушайте, я на Матише вела себя всегда так же. Матиша, отстой. Начинаем? Мамочки. Вот это переподворот. Выперто там. На всю силу на себя тянуть, а я попытаюсь отжать руку. Так, и что? Давай, сейчас что-то будет, как всегда. Слушайте, это жесть. Мне кажется, он сейчас родит. О, расхерачили нос пацану. Пацан ничего не подозревал, хотел поддержать друга. Не ведитесь на это, нет. Нет, что же ты грохнешься, ну ты же грохнешься, ну вот, пожалуйста. Настя! Что, наверное, норматив. Фу, я не поползла бы туда никогда в жизни. О!
Ты что? Для меня это легко. Страшно. Мне не пойму, почему было красное лицо, как моя челка. Когда тьма, туннель, замкнутое пространство, такое маленькое, когда кто-то ползет на тебя, я начинаю орать. Вот так. Что значит такое домой? Дик хочу пить. Смотрю, снег у нас. О, санина. Смотрю, ты запалил лимонад. Я такой, ну, думаю, зачем, ну, до дома терпеть, если можно сейчас взять просто и попить его. Офигенно, да? Мать твою, а если ты найдешь говнёшку, что ты скажешь, что это кто-то уронил шоколад? Позитивный пацан. Выровнять не надо чуть-чуть. Все как в России, давайте, сейчас будет хана всему, что в России ничего нормально не происходит. Ну вот такой у нас менталитет, все через жопу. Идеально. Брат, это тебе желательно самого наилучшего. Чтобы друзья хорошие были, все хорошее. Спасибо. Ты мой сладкий. Стой, давай попросим. Он его подколол. Сдачи. Ты офигел, что ли? И вот 1900 сдачи, да. Возьми все, спасибо. Он его 10 хотел мне подарить. Бам, 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 как-то бабушка. Че? Это что за ниндзя черепашки? Что за ниндзя черепашки? Ну этот так не умеет, его да поэтому повязали. Да не, что надо тебе? Расскажи мне, пожалуйста, вот то, что ты чувствуешь, когда целуешься? Че? Когда целуешься, что чувствуешь? Ну, как тебе сказать? Приятное ощущение, как жопа потифать. Где-то между этим и тем. Че, покупаем вискарик, пивасик? Пивасик просто. Почему он перекрестился? Он сломает турник. Девочки, мальчики, он сломает турник. Я Ванга. О-о-о. Я когда-нибудь так попробую обязательно. Это прям моя мечта. Ну, чтобы еще ехало и молочко, знаете, мне в рот. Чертов извращенец. Это трэш. Ну, черт, как он. Фу, что за мужики? Один молоком облился, ты тебя обдристался, этот мочу пьет. Не понимаю смысл тренда этого в ТикТок. Но я хочу попробовать. Давай. Не понял. И чё? Понял. Ты какой-то странный. Ну что, ныряй? Не надо, женщина, прекрати. Опа! Уплыла наша русалочка. Мы ее ждем, дожидаемся. Она, во-первых, кувыркается, а еще и плавает. Вот это трэш. Бабуля супер трэш. Да? Алло. Сейчас я перезвоню. Давай, перезвони. Слушайте, так можно делать и угорать, если человек, который к тебе пришел, ты его не особо ждешь. Такое невозможно провернуть, знаете, с кем? Например, с курьером, с доставкой еды. Ты такого не сделаешь, согласись. Нет, 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 я знаю, ты любишь пожрать, как и я. Фу, блин, что за мерзость сегодня, а? Это трэш. Это рубрика, это трэш. Я ничего не могу с этим поделать. Не я выбираю эти видео. Чё, тоже посрал, поссал, я не знаю. Извините, что я так выражаюсь, но я по-другому не могу сказать. И потом вот некоторые женщины думают, что с ними можно построить семью, там, завести детей. Так, чё это? Придурок грёбаный. Я уже боюсь, это точно сок или анализы, что это? Скажите, я уже боюсь. Да скажи, ностальгия. Лук, пал бы стук. Скажи, смешон. Смешон. Наследство решен. Хватит жать. Спорим. А, Артём, все, опять этот тренд. Спорим, ТикТока. На 100 рублей, что ты вот этот пакетик во рту не лопнешь. Да изи. Давай, изи, давай. Давайте смотрим, как он изи это сделает. Ой, любимое дело, подколоть давай младшего брата. Это же такое, знаете, это же традиция. Да ты засовывай в рот его полностью. Я же так люблю это. Жаль, у меня брата нет. Он лопнул. Козёл, я пинул туда. Ты чё прячешь? Ничего. Ты чё прячешь? Чё бабуля прячет? Я знаю, что такое. Это не моё. Это что такое, баба?
Выходит сейчас. Это просто поп-голод, сука, вот этот взгляд. Когда карантин, когда этот грёбаный, я не буду говорить это слово, потому что оно меня раздражает. И какая-нибудь свинья кашляет вокруг тебя, как будто специально. Так что не кашляйте, если видите меня рядом, я этого терпеть не могу, честно, ребят. О боже. Девушка. У меня к вам предложение. Фига, давайте я вам даю 50 тысяч рублей, вот а вы прямо сейчас разбиваете свой телефон. Вот возьмите деньги. Ну у нее какой-то обычный телефон. Возьмите. Ладно. Это давайте не фальшивка? Возьмите. Деньги не фальшивка. Девочка, проверь все. Милая моя, проверь. Нельзя доверять мужикам. Они фальшивые. Я как в воду гляжу всегда. Не доверяйте мужикам. Нет, нет, нет. А женщинам тем более. Слушай, а? Шо он сюда шел? А что вы на телевизору носите? А, ваш? Да. Да ладно, что от него? Молодец, красава. Подколола, наконец-то, за все эти вот видосы, которые мы с вами смотрим. Кто-то подколол, блин, мужиков. А я думал, ничейный. Да, шучу, шучу. Ты мне не угрожай. Скажите, а на что готова обменяться со мной на одну вашу булочку? Кроме как денег. У меня просто нет, но я готов все, что у меня есть, с вами обменяться. Да я могу вас угостить. Серьезно? Как какая милая. Вот это широта русской души. Блин, вот вы добрая. Спасибо вам большое. Блин, как это мило. Я такая же. Все отдам. Они его сейчас скинут, реально? Нифига там высота. Правда, вы придурки. А если бы он упал, как-то неудачно. Дай телефон поиграть. Фу, что это у него такое? Что это за игрушка странная? Тебя тут папа кое-что просил сделать. Ну сам сделай, я ванной. Побрить кота. Ну вот, я мусор поджег, чтобы хоть какое-то ощущение... Фу, я всегда, кстати, боюсь поджигать мусорки. Если что-то туда кидаю горящее, я всегда боюсь, что она будет гореть. Вот такие у нас сегодня были дикие тиктоки. Мы попытались с вами обуздать этого зверя, и у нас в некоторых случаях даже получилось. Ребята, вы здесь видели много дикости. И это только начало, потому что дикость на этом канале не закончится никогда. Короче, если вам нравится, напишите мне об этом в комментариях и поставьте обязательно лайк. Больше ТикТока, напишите больше ТикТока или меньше ТикТока. Мне важно ваше мнение, потому что так надо. Сделайте это для меня. Ну все, ставьте лайки, я вас люблю, целую. Пока.